Сейчас будет смешно. Сейчас открою эту штуку, и будет смешно. Открывай. Поверьте, то, что я открыл эту штуку, это уже смешно. Сейчас модно идти в ногу со временем. Все идут, правда, в какую ногу не говорят, со временем довольно стоит ясно. Если все в России идут, и я пойду, пока я не пошла. Зашел в магазин «Гига-мега-супер-пупермаркет», купил себе ноутбук, двухъядерный персональный компьютер с частотой работы процессора 2,6 ГГц, видеокарты GeForce 7600, что тоже неплохо. Причем купил его очень выгодно, сказали, скидка 100%. Думаю, в чем подвох? Подвох оказался, скидка 100%, а на круто 200. Пришел домой, включил ноутбук, и тут началось. После 10 минут работы в Windows я понял, что эту операционную систему придумали в Одессе. Потому что Windows все переспрашивает по 3 раза. Закрыть это окно? Да. Точно закрыть это окно? Да. Вы уверены, что именно это окно нужно закрыть? Да, я уверен. Что вы сразу не сказали? Я так сразу и сказал. Тогда нажмите на крест и закройте окно, и не морочьте мне Яндекс. Звонецкий слишком претензиозно, Михаил слишком длинно, поэтому назвался «Мих-Мих». Остро, тонко, лаконично. Сделал себе ящик «Мих-Мих, собака, писем нет». И что ты думаешь? Потратил кучу времени на регистрацию, год рождения, девичья фамилия, матери, национальность. Что особенно насторожило? Наконец-то зарегистрировался, закажу на «Мих-Мих, собака, писем нет», а там «Собака, писем нет». Я расстроился, потратив что-то время на этот «Мих-Мих», я понял, что нужно послать всех «Нах-Нах», недовольный слушатель, идти в ногу со временем. Больше всего мне было непонятно, что такое собачка. Кто придумал это название «собачка»? Этот закорючий значок больше вспоминает то, что сделала собачка, но никак не саму собачку. Если ходить в интернет без антивируса, все равно, что на день ВДВ ходить под родящими в шотландской юбке. Шлифатно смотрите. Первый же день я поймал какой-то вирус, и у меня всплыло окошко. Нашел тебе клавишу «капслок». Я нажал «капслок», и компьютер пришел «капскет». Пришел мастер, посмотрел, говорит, у тебя процессор 2 ядра, у всех давно уже 4. Я говорю, зачем обманывать природу? Мне уже 81 год. Зачем мне 4 ядра, мне свои 2 негде пристроить? В интернете мне постоянно приходит одна и та же рассылка. Как именно голые тетки. Во всех ракурсах. Хочешь посмотреть спереди, хочешь сбоку, хочешь сзади. А если хочешь сзади и сбоку, то уже не можешь. Почему? Потому что всего 2 ядра, компьютер тормозит, ты тормозишь, а тетки все лезут и лезут, и наравняют тебя, ущипываются больной. Я говорю, что это? Они говорят, это спам. Я говорю, ты хочешь, это спам, говорят, это спит и срам. Сразу ты попал дальше на 4 ядра, и не потому что нужно идти в ногу со временем, потому что голый тетки. Интернет — это терабайт информации. Все надо скачивать, закачивать, перекачивать, скачать все регистрации, скачать платно, скачать бесплатно. Думаю, что такое бесплатно скачать? Захожу в Google, пишу. Газ в России скачать бесплатно. Тут же попадаю на сайт Путина. Кто-то меня посмотрел, естественно, узнал. Понял, что это шутка. Правда, не понял, где я улыбнулся. Причем улыбнулся так, что я тут же закрыл интернет, все окна, двери и на всякий случай счет в банке. Поверьте, Путин зря улыбается. Все идут в ногу со временем. Целыми днями сидят в чатах, чатятся, коннектятся, переписываются, придумываются различные имена. Сладкая Бэйби, нежная киска, Тимочка 92, Тимочка 95. Я решил, чем я хуже? Придумал себе имя «Секси Миша 1934». Стивен Маттанбутайна. Пишет мне какая-то грязная детка 98. Привет, не шутки. Представляете, мне, незнакомый человек, я ее в лицо не видел. Даже потом лицо, я ее нигде не видел. Привет, пишу, ты меня это задело. Я пишу, сколько тебе лет, детка? Она 17. Тогда для тебя, как минимум, не шутка речь. Она пишет, скинь мне свое мыло. Ну, тут логично, грязная детка просит мыло. Но почему сразу мое? Я пишу, тебе срочно? Она пишет, да, у меня для тебя есть прикольная ссылка. Ну, я знаю, в 30-е годы были ссылки, правда, не такие прикольные. И потом, если тебе скинуть свой мыло, как я потом ссылку и без мыла? И тут пошел разговор о Ксении Ростов. Я сегодня буду на пати в Кате, а ты, а я на Кате в кровати в макровом халате. Так вот, я к тебе на автопати, это будет кстати. После автопати я обычно лицом в салате. Короче, пообщались.
И она мне в конце, ну все, лавки, все, шмоки и желтый смайлик, который смеется. Тут не смеется, тут плакать надо. Они мне все равно говорят, надо идти в ногу со мной. Я говорю, надо, идите. Нужно без меня, потому что я еще хочу выспаться, встретиться с друзьями, подышать свежим воздухом, а то все посмеяться, а в интернете что-то не сделаешь. Они говорят, а как же прогресс, как же интернет, технологии? Я говорю, ну хорошо, ну ладно, сойду на секундочку. Но только чтобы посмотреть на голых теток. Потому что интернет и технологии это все временно, а голые тетки это вечно. Так что Исаак Михайлович Шванецкий.